Владимир Ружицкий посетил предприятие по производству вентиляционного оборудования «Вентум» в Малаховке. Глава округа оценил качество продукции и условия труда. Подробности в нашем сюжете. Вероника Гурина работает на предприятии полгода. За это время девушка освоила несколько станков. Сейчас она работает над изготовлением врезки. В день Вероника производит более 2000 таких деталей. Делаю, в принципе, все, что в моих силах. Могу на ЧПУ станке работать, на вот этих мелких всяких станках. Вальцовка, зиговка, сварка точечная, все могу. На заводе трудятся более 80 рабочих. Они производят воздухораспределительные устройства, решетки, диффузоры, вентиляторы и многое другое. В месяц изготавливается 25-30 тысяч квадратных метров воздуховодов и десятки тысяч взрывозащищенных противопожарных клапанов. Ну, сейчас, в частности, мы работаем над новой конструкцией взрывозащищенного клапана. То есть у нас были эти изделия, сейчас мы их модифицируем. Изделия, которые помимо защиты огня еще и предотвращает на опасных производствах возгорание. Предприятие предоставляет свою продукцию для железнодорожных вагонов, торговых помещений, школ, детских садов, больниц, в том числе госпиталей в Коммунарке. Вентиляционное оборудование пользуется спросом по всей России, а также в Беларуси и Казахстане. Я оцениваю, что оно конкурентоспособное, потому что здесь, во-первых, современное технологическое оборудование. У нас есть помощь малому и среднему бизнесу. Я проговорил со своими коллегами, мы им поможем, мы вводим эту программу и тоже окажем помощь. Завод в Малаховке работает с 2009 года. Продукция предприятия представляет собой полное импортозамещение. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.